Салют, друзья! Сегодня мы будем заниматься тем, что менять ложа на Хансане 4410. Будем снимать старое пластиковое ложе и будем ставить деревянное ложе Bullpup. Что нам понадобится для замены? Нам понадобится отвертка, вот такой вот ключик. Пока все. Дальше нам понадобится еще дрель со сверлышком. Ну, в общем, вы все увидите. Давайте для начала снимем старое ложе. Снимается оно очень просто. Вот здесь вот два болта под шестигранник ключик. И вот здесь вот под отверточку. И вот здесь вот под отверточку. Вот четыре болта, четырьмя болтами крепится пластиковое ложе. Значит, снимаем его, вытряхиваем болтики. Болтики откладываем в сторонку, они нам понадобятся. Ключик нам тоже понадобится. Ложе нам пока не понадобится, но думаю я с него снять еще затыльничек. Пока что у меня другого затыльничка нету, так что думаю воспользоваться этим. Ну что, убираем ложе. Здесь, в этом деревянном ложе, у нас уже все готово для... Здесь у нас уже все готово для переноса спуска. Есть уже вот такая вот штанга. Все, здесь все готово. Единственное, что надо будет сделать, это в курке, вот здесь вот в пластиковом курке, аккуратно, очень аккуратно просверлить дырочку. Просверлить дырочку и вставить туда вот эту штангу. И все должно работать. Ну что ж, давайте достанем инструмент и будем сверлить. Я думал воспользоваться дремелем, но слишком маленький патрончик, так что воспользуюсь я дрелью. Диаметр штанги троечка. Троечки сверла у меня нету. У меня есть вот двойка 1,9. И дальше я рассверлю. Вот такой бурчик у меня есть. Маленький бур. Дальше этим буром уже доведу. Он как раз троечка. Что, закрепляем. Просверлили двоечкой отверстие. Сейчас будем доводить его до кондиции буром. Пробую поискать сверлышко все-таки. Итак, друзья, нашел я все-таки сверло троечку. Это намного упрощает мне задачу. Сверлим троечкой. Дырка просверлена, и теперь нам осталось все это дело закрепить. Итак, лишний мусор мы убрали, теперь осталось все собрать. То есть, когда готовый комплект, все довольно-таки просто. Вставляем штангу в курочек, разводим восьмерочки, как нам надо. Все ставим на место. Все, все встало. Что хорошо, удобно. Здесь вот есть уже пропил для регулировки, чтобы регулировать ударник. Значит, что ж, поставили, пока не закрепили. Давайте попробуем, что у нас работает, не работает. Все замечательно работает. Да, все замечательно работает. Теперь можно все это дело собирать. Так, дорогие друзья, два винтика я все-таки нашел. Сейчас я их установлю.
и останется найти длинный винт вот сюда вот для рукояти. Длинный винт померю, схожу в стройматериалы и куплю. Ну, в принципе, все. Смотрите, какое получилось оружие, так скажем, по сравнению с тем прикладом. У нас стало короче, причем короче стало на 30 сантиметров. То есть тут все ложе такое, как получилась винтовка. И вот так вот довольно-таки быстро переставляется и очень удобно держать в руках. Только единственный минус, что надо делать перенос оптики. Ну, перенос оптики он должен был заказать. Так что вскоре, я думаю, мы займемся переносом оптики. Вот так вот изменяется винтовка с заменой ложа на буллпап. Ну что ж, подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Вскоре будет продолжаться апгрейд этой винтовки. Будет делаться оптика. Будет заменяться пробка на резервуаре. И он хотел еще заказать новый резервуар. В общем, посмотрим, что получится в итоге. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!